Мы часто это делаем после физухи, то есть уже разогретые, согретые, мы заканчиваем растяжки. Поэтому на холодную лучше не тянуться. Мы с вами сделаем несколько таких упражнений бодрых, которые помогут нам согреться. И после этого начнем тянуться. Смотрите, первое. Сели глубоко, полный глубокий сет. Глубоко сели, потянулись, раскрылись. Одним локтем уперлись в колено и раскрылись. В другую сторону раскрылись. Все, сели глубоко, почувствовали, что комфортно. Можно вот так вот покачаться, смотреть со стороны в сторону, в другую сторону. Так, чтобы глубоко вам было без проблем садиться. И теперь греемся. Смотрите, такое функциональное упражнение. Я даю команду, оп, вы 4-5 раз взрываетесь, колено высоко поднимаете, оп, и глубоко сели, расслабились. Опять взрыв. Глубоко сели, расслабились. Таким образом, мы сейчас немножко согреемся и подготовим наши мышцы и связки, чтобы они были более... Понимаете, когда температура тела немного поднимется, ваши мышцы и связки станут эластичнее, и вам тянуться будет проще. Поэтому нужно согреться в домашних условиях. Поехали. Оп, 2, 3, 4. И сели, глубоко расслабились. Оп, 2, 3, 4. И сели, глубоко расслабились. Оп, 2, 3, 4. И глубоко расслабились. И так 10 раз. Оп, 2, 3, 4. И сели, глубоко расслабились. Отлично. Упражнение номер 2. Спайдермен. Смотрите, как руки чуть-чуть хуже, чем ваши плечи. Чуть-чуть хуже, чем ваши плечи. И ногой хороший такой широкий шаг. Смотрите, ногой шагаем прямо к рукам. Не вот так. Не вот так. Нога на пятки. Видите, нога на пятки. Вот, глубоко тянем уже паховые связки, заднюю часть бедра. И отсюда делаем 30 раз. 30 спайдеров. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30. А? Уже становится теплее. Ребят, упражнение номер 3, часики. Смотрите, махи ногами, но пока такие лайтовые. Руки на уровне глаз, в стороны. И смотрите, вот так, тик, так. Ногой касаемся, нога ровно касаемся рукой. Не рукой ноги, а ногой к руке. И вот такие вот часики. Тоже 30 раз. 30 раз, 25, 26, 27, 28, 29, 30. О, уже еще теплее стало. И переходим на махи ногами. Ребят, маховая растяжка, можно не садиться на шпагат, но благодаря маховой растяжке бить выше головы. Кто был в Таиланде, он прекрасно знает, что тайцы крайне редко тянутся. Но, тем не менее, они очень легко бросают ноги в пол, потому что у них маховая растяжка. Они сотнями, тысячами ударами в день бьют мидл кики, высокие удары, хай-кики, поэтому многие из них на шпагат не садятся, но легко бросают ногу выше головы. В этом нам помогут махи. Смотрите, это можно делать у стены. Это можно делать у стены, это можно делать со стула. Сейчас я об стол буду опираться, смотрите. Прежде чем поделать махи, смотрите, какое еще упражнение сделать. Ногу вкрутили, вот так вкрутили, взяли под коленом, не вот там, под коленом. И хорошенько колено тянем к плечу, потянули колено к плечу. Оп, хорошо, потянули. И теперь этой же ногой делаем 25 хороших махов. Смотрите, 25 хороших махов. Внизу нога расслаблена, потому что ноги и вот здесь напряжены, и здесь. Нет, только вверх хороший мах, а здесь расслабление, вверх. 25. Сделали, поменяли ногу, начали так же сам. Смотрите, вкрутили ногу, взяли под коленом и к плечу. Хорошенько паховые связки потянули к плечу. Все, потянули, секунд 20 там, чуть-чуть. И поехали на другую ногу, также 25 мах. 25 мах. Расслабились, мах, расслабились, мах. Не надо вот здесь вот напрягаться. 25. Есть, отлично. И поделаем прямые махи ногами. Прямые махи ногами — это наши глубокие удары коленом. Это наши типы, это наши вертушки, поэтому под этим углом тоже потянемся. Смотрите. Держимся одной рукой и дальней ногой, дальней. Сейчас будем делать мах. Делать мах. Постарайтесь коленом бить себя в плечо или в грудь. Вот, касаться груди. Смотрите, так же 25. Замах. Оп, 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 оп. 25. Поменяли, на другую ногу сделали. Идем дальше, ребят. Вот это вот крутое упражнение, потому что оно помимо того, что вас растягивает ваши связки, оно еще разрабатывает хорошо подвижность тазобедренного сустава. Подвижность тазобедренного сустава, чтобы вы потом могли разные финты, обманки делать, у вас с этим должно быть все в порядке. Смотрите, упражнение солнышко называется. Вы выпрямили ногу. Выпрямили ногу и рисуете круг. 10 раз в одну сторону, это ваши хай-кики, это ваши хай-кики. 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую сторону. Это ваши вертушки, это потом ваши вертушки. 10 в одну, 10 в другую. Нога пола не касается, нога ровно. Если я ровно не могу поднимать на уровне глаз, значит вот здесь поднимайте, но ногу держите ровно. То же самое на другую ногу. Вперед, повращали, назад. 10 вперед, 10 назад. Есть. Следующее упражнение. Такое же солнышко, только уже в отбив. Усложняем. Смотрите, в отбив. Я бью хай-кик, нога касается пола, и только она коснулась, в отбив отлетает назад. Вперед, назад, вперед, назад. Обратите внимание на опорную ногу. Она живая. Она не стоит, она живая. Смотрите, постоянно мини-прыжки, мини-прыжки. И вот такое динамичное упражнение. Бум-бум, вперед, назад. Вперед, назад — это раз. 10 раз делайте на правую, 10 раз делайте на левую. И отлично. Все, со стеной поработали. Отходим от стены и продолжаем. Продолжаем маховую растяжку. Смотрите, что сейчас делаем. Сейчас мы бьем хай-кик, бросаем ногу, шу, бросили, и только нога коснулась пола, шу, возвращаем назад, еще раз, шу, бросили вперед, и тут же назад, бросили вперед, мини-паузы, бросили назад, вперед, назад — это раз, вперед, назад — это два. И так делаем 10 раз на одну ногу, 10 раз на другую ногу. Есть, немножко усложняем, теперь одной ногой бьем хай-кик, а другой ногой продолжаем. И сейчас не нужно прям бросать, это не удары, это просто наша маховая растяжка. Смотрите, бьем одной ногой хай-кик, другой ногой с разворота, хай-кик, с разворота, хай-кик, с разворота, хай-кик, с разворота. Раз, шу, шу, два. Ты таких 20 раз сделали. Супер. И идем дальше. abcshop.su. Оно вас и растянет, и хорошо опять же прорабатывает ваш, разрабатывает тазобедренный сустав. Смотрите. Садимся на одну ногу. Носок смотрит вперед. Потянулись. Потянулись обе пятки на полу. Не вот так, смотрите, не на носок. Так легко и просто. Смотрите, носок прямо. Тянемся внутренней частью бедра. Внутренней частью бедра тянемся к полу. Потянулись 30 секунд. Следующие 30 секунд разворачиваем ногу. Теперь задней частью бедра тянемся к полу. Руки вот здесь впереди. Носок уже смотрит вверх. Задней частью бедра стараемся коснуться пола. 30 секунд потянулись. И теперь передней частью бедра тянемся к полу.
передней частью бедра тянемся к полу, носок уже вниз. Сделали по 30 секунд. А теперь по 15 секунд повторяем. Смотрите. Вот внутренней частью бедра 15. Задней частью бедра 15 секунд. Передней частью бедра 15 секунд. И последний третий подход по 5 секунд. Раз. Оп-оп-оп. Два. Оп. Три. Фу. Отлично. Сделали на другую ногу тоже повторили. 30. 30. 30. 30 секунд. Внутренней частью 30. Задней 30. Передней. Есть. Есть. А теперь носок, смотрите. Такое же, похожее упражнение. Но теперь только вверх носок смотрит. Вниз. Задней частью бедра. Вот это хорошенько разрабатывает ваш тазобедренный сустав. Знаете, да, есть такое упражнение? Тайцы на канат кладут ногу, представим, что это канат, и на канате вот так хорошенько вкручивают. Причем не так, как наши привыкли это делать в полоборота. Знаете, когда один держит ногу, а второй вкручивает в полоборот. А нужно так, чтобы колено аж вниз смотрело. Вверх, вниз, вверх. Тогда вы разрабатываете это все с запасом. Понимаете? Так же и здесь. Смотрите. Раз, развернулись, ставили бедро хорошенько, два. Раскрылись, раз, ставили бедро, два. Поделали по 10 раз. 10 раз на одну ногу, 10 раз на другую. Отлично, идем дальше. Смотрите. Глубоко садимся, то, с чего мы начинали тренировку. Смотрите, ногу в сторону выставляем. Оп, выставили вдоль пола, перекат. И собрали ногу. Раз, выставили ногу. Вдоль пола, перекат. Собрали ногу. Два, выставили, перекат. Собрали. Три, 15, 16 раз сделали четное число. Отлично. 16-20 раз. Отлично. И теперь такое же, но усложняем. Футболисты, регбисты такие упражнения часто делают. Вы тянетесь и заодно прокачиваете ноги, убиваете двух зайцев. Смотрите, также ногу в сторону. Бум. Теперь вверх встаем. Видите, вверх, вниз. Вверх, вниз. Теперь уже ногу не собираем. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. 30 раз. 30 раз делайте. Супер. Супер. Следующее упражнение. Ребят, снова спайдер. То, с чего мы начинали тренировку. Возвращаемся к спайдеру. Но, смотрите. Опять так же хороший широкий шаг. Стоим на пятке. И двумя локтями, смотрите, двумя локтями. О, сели, все, тянемся. Поверьте, вот здесь вот внутренняя часть бедра очень хорошо растягивается. Очень хорошо растягивается. Потянулись. Секунд 30 потянулись. Оп, оп, смотрите. Поменяли ногу. И еще 30 секунд потянулись. И еще 30 секунд потянулись. Хорошо, есть. Теперь смотрите, какое интересное упражнение, но оно хорошо растягивает мышцы спины и лопатку. Для чего? Для дальнобойности удара. Многих просишь включить лопатку в удар или с локтя, да, чтобы локти были проникающие, дальнобойные. Он не может. Нужно научиться включать. Смотрите, как мы это делаем. Все просто. Становимся вот так, такой выпад. Руку запускаем между ног переднюю. Оп! А задней рукой хватаюсь. И смотрите, не просто, я схватился и все, и просто. А стараюсь вот развернуться. Смотрите, стараюсь накрутиться на переднюю ногу. И вот тогда вот здесь вот это вот все очень хорошо тянет, вытягивает лопаточную зону. Оп, потянулись 30 секунд. Также поменяли изнутри, смотрите, оп, взяли и поворачиваюсь. Смотрите, поворачиваюсь, видите, я вкручиваюсь. Если я буду просто так стоять, ничего. Вот, вот, лопатки, лопаточную зону растягиваем. Все, вот эту зону потянули, да, это поможет вам потом сделать ваши удары дальнобойными. Идем дальше, сумо. Сумо, встали, взяли себя за ноги и локтями, локтями, смотрите, в колени. Бум, и растягиваем себя. Здесь желательно не 30 секунд, минуту постоять. Минуту, оп. Все, локтями уперлись, такие рычаги, и хорошенько растягиваем ноги. Бам-бам-бам, потянули. А теперь вот так, минуту сделали, вот так, как вы стоите, вот так падаем на пол. Смотрите, оп, падаем на пол. Упал на пол и продолжаем. Называется полушпагат. В танцах называется коробочка. Моя дочка ходила на танцы, так, коробочку делаем. Оп, все, тянемся, ищем угол, чуть таз подаем назад, ищем так, чтобы связки хорошенько тянулись. Если не тянутся, нужно искать свой угол. Хорошо, потянулись. Это еще лучше делать на подушках. Нам дома в домашних условиях помогают подушки. Смотрите, это важно. Берем две подушки. Так же. Все, и они помогают скользить. Скользить. Бум. Хорошенечко потянулись. Дальше. Снова полушпагат, но уже одну ногу выпрямляем. Смотрите, что мы делаем. Смотрите. Одно колено стоит на подушке, другую ногу ставим на подушку. И отъезжаем. Смотрите. Едем, 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 едем. О, больно стало. Носок разворачиваем. И еще это позволит вам еще чуть-чуть проехать. Смотрите, задняя нога. Она ровно. Она не согнута. Видите, не вот так, не под задницей у вас. Нога прямо. Все. И вот так вот одну минуту тянемся. Тянемся под разными углами. Можно вот так, можно вот так. Паховые связки тянутся, подколенные связки тянутся. Помогайте, надавливайте на переднюю часть бедра. Помогайте себе. Хорошенько потянулись, минута есть, все, собрали ноги, то же самое на другую сторону. Колено, стопа, все, поехали, едем, 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 едем. О, больновато стало. Носок развернули, и еще, это еще вам позволит проехаться. Задницу следим за задней ногой, иногда внимание теряется, она сгибается, и это, ну, легче, короче, не тот эффект растяжки. Все, хорошо, тянемся. Здесь в этом упражнении я не буду юлить, потому что нам придется с вами садиться на шпагат и потянусь тоже вместе с вами одну минуту. Видите, я меняю углы. Здесь уже интуитивно. Чувствуйте свои связки, свое тело. Не будьте этими роботами. Чувствуйте. Вот так потянулись. Чуть-чуть поменяли, развернули. Вот так потянулись. Отлично. Есть. Переходим к следующему. Боец, ты хочешь стать лучше? Открой для себя. Уже перед шпагатом. Уже совсем скоро на носу у нас шпагат. Потерпите, терпение. Нужно хорошо подготовить. Чем лучше я подготовлю себя, скажем так, предварительные ласки, чем они будут лучше, тем легче вам придется шпагать. Смотрите, бабочка, бабочка. Ноги вместе, ноги вместе. Расслабились. И сами себе даете команду секунд на 10. Смотрите, о, колени нужно прижать к полу. К полу. Легко, видите, как раз. Но. У многих проблема, не могут прижать колени и нету напарника. Понятно, что с напарником это еще в разы круче, когда есть кому надавить. Но мы сейчас сами, поэтому смотрите, что мы делаем. Прижали одно колено, локтем уперлись в ногу, видите, уперлись. А другой рукой берем вторую ногу и оттягиваем. Оттягиваем все, оп-оп, чувствуете боль, терпим. Пока не даете вот до того, чтобы колено не убереть в пол. То же самое на другую сторону. Уперлись, колено приподнялось, взяли вторую руку и тянем, терпим, терпим, терпим. Ту-ту-ту, все, дави, дави. Посидели в бабочке, ноги старайтесь прижимать как можно ближе к паху. Как можно ближе к паху. Есть.
Еще одно упражнение перед шпагатом. Это просто выпрямить ноги, повыпрямлять ноги под коленные связки, задняя часть бедра очень хорошо тянется. Смотрите, грудью прижались к передней части бедра, прижались хорошенько, взяли себя за ноги и смотрите, пятками отъезжаем. Отъезжаем пятками, когда пятки уже не едут, можно задницей немножко назад, назад. И стараемся выпрямить ноги. Смотрите, кто-то ноги может. Короче, не у всех получается выпрямить ноги. Тогда мы что делаем? Смотрите, по одной ноге гораздо легче. Смотрите, когда я отъезжаю, стараюсь грудью оставаться прижатым. Видите, грудь не терять. Грудью прижатым. И смотрите, одну ногу выпрямил. О, потерпел, потерпел, есть. Согнул, расслабил, другую ногу выпрямил. О, потерпел. Две ноги постарался выпрямить. Потерпел. Не получается, смотрите, не получается выпрямить. Возьмите вторую руку, надавите на колено себе. Смотрите. Оп, о, хорошо, помог, помог себе вторую руку. Вторая нога пока расслаблена. Есть. Дал этой ноге подышать, отдохнуть. Поработал со второй ногой. Поняли? Это очень крутые упражнения. Все, идем к стене, теперь уже почти шпагат. Ребят, носки. Носки это главный секрет вашей растяжки. Смотрите, в следующем упражнении этот девайс мне очень помогает. Почему? Садимся вот так вот, к стене. Смотрите, к стене. Так, чтобы она не одна булка, а булки прям на стене были. И вот так вот, оп, чик, хорошо, есть. Чтобы я булками задним местом касался стены. Все. Зачем мне носки? Потому что ноги сейчас расслабляются и под своим весом начинают давить на вашу растяжку, на ваши связки. Важный момент. В течение первой минуты вы еще напряжены. Вы не можете прочувствовать расслабление и ноги не едут. Ноги вот просто. Но когда хотя бы 3 минуты полежите, в идеале там 5-10 минут полежать, если у вас есть время. Чем больше вы лежите, с каждой минутой ноги тяжелеют и все больше и больше растягивают вас под своим весом. Понимаете? Очень, короче, кто прочувствует это упражнение, очень круто будет. Носки помогают скользить по стене, потому что если у вас мокрые ноги, пятки, они прилипли к стене и все. А носки помогают скользить. Все, ложимся, включаем релакс, музыку, и вот так вот мы лежим. Лежим. Иногда колени начинают сгибаться от расслабления. Можно вот так вот легко, смотрите, двумя пальцами надавить на колени, не давать им сгибаться. Все, иногда можно физически помочь себе физически растянуть. И вот так лежим, расслабляемся, ноги под своим весом давят, давят, да. Вот такое упражнение. Следующее, смотрите, переходим, нам понадобится подушка. Мы уже будем растягиваться вдоль пола. Смотрите, под таким углом. Вот интересно. Ложимся, ложимся. И начинаем вот так вот растягиваться. Смотрите, толкать себя вот так вот. Оп, больно стало, потерпеть. Оп, опять вот так вот. Все, и лежим, тянемся. И лежим, тянемся, расслабляемся. Не больно, опять руки мокрые, мокрые не едут. Короче, нет упор, о, опоры, это. У меня есть такие перчатки, эти строительные, они помогают. Класс. У кого есть ковер, то вообще круто. Короче, чем ближе вы задним местом к стене подъедете, тем лучше. Вот так вот горизонтально вы растягиваетесь. Это третий вариант. Полежали 3 минуты так, полежали 3 минуты так. И теперь вертикально. Вертикально. Это поможет вам, знаете, когда нету сзади стены, часто задницей проваливаются назад в шпагат. А это вам поможет именно вот так вот ровно тянуться, стена не дает проваливаться. Все, и 3 минутки потянулись на шпагат. Потянулись. Стараемся ниже, ниже, ниже. Есть. 3 упражнения возле стены. Запомни, есть. Теперь мы отходим от стены и с помощью подушек уже садимся на шпагат. Дорогой зритель, поставь лайк, подпишись. Садимся на шпагат. Смотрите, включаем себе, засекаем минуту. Одну минуту начинаем тянуться на шпагат. Ноги на подушку, все, тянемся на шпагат. Тянемся, тянемся. Раз минута прошла, на 30 секунд садимся на заднюю часть. Садимся, руки подальше и смотрите. Вам некому на вас надавить, видите? Поэтому мы сами выходим из этого положения. Мы делаем 30 секунд локтями как можно дальше, пытаемся коснуться пола. Оп, на локти. Оп, на локти. Оп, на локти. 30 секунд. Поставили таймер. Минуту тянемся. 30 секунд делаем такое упражнение. Оп, таймер. Снова минуту тянемся. Снова оп. Минуту тянемся на шпагат. Минуту тянемся. Минута прошла. Еще 30 секунд. Отжимаемся. Смотрите, просто вот такие отжимания грудью как можно ближе к полу. Просто грудью как можно ближе к полу. Зачем? Для чего? Это помогает продавить ваш шпагат. Когда казалось бы, все, уже дальше не могу. Начинайте отжиматься и незаметно продавливайте себя еще глубже. Лайфхак такой вам. Все, продавили и еще одну минутку потянулись. И уже почти есть шпагат. Отдыхаем. Все, ребят, и финально садимся на поперечный шпагат. Поехали. Все, мы все подводящие сделали, наши связки уже готовы. Все, осталось сесть на шпагат. Оп, щук. Потихонечку, никуда не спешим. Ребят, еще момент. Как можно садиться на шпагат? Вы можете минуту садиться, минуту отдыхать. Сделайте таких 5 подходов. Вот так вот работает. Знаете, как в качалке ноги? Взяли, допустим, жим на грудь. 5 подходов. 5 подходов, с каждым подходом они что делают? Они наваливают. Они добавляют вес и с каждым подходом еще больше выжимают, да? Так же мы с вами наваливаем. Только с каждым новым подходом мы глубже стараемся сесть. И вот если вы не поленитесь и дойдете до 5-го подхода, 5-й подход будет самый глубокий. Когда этих подходов всего 2, ну это такое, сами понимаете, процесс гораздо затягивается. Все, растянулись, потянулись. После этого нужно дать связкам, скажем так, подышать, восстановить их. Смотрите, 4 упражнения. Берете колено, прижимаете сразу после шпагата. Прижали груди хорошенько. Прижали. Есть. Другое колено. Прижали груди. Есть. Повращали таз. 4 раза в одну сторону, 4 в другую. И прям вот здесь вот глубоко. Прям продавливайте себя глубоко. Вы почувствуете, в чем кайф. Кто на шпагате посидит, он будет вот здесь вращать, а чувствует свои паховые связки. Третье упражнение. Ноги на колени и повращайте сустав. Повращайте. Раз 5, буквально раз 5. И раз 5 присядь. Просто прогнать кровь. Хорошенечко прогнать кровь. Все, вот такая вот растяжка, ребят. Тянитесь. 3 раза в неделю с головой достаточно для хорошего прогресса. Раз в неделю, ребят, вы должны понять 2 золотых слова. Регулярно и качественно. Если вы это все будете делать регулярно и качественно, вы по-любому будете прогрессировать. По-любому. Только какое-то одно из этих звеньев слабое. Все. Вы делаете качественно раз в неделю, но не регулярно. Раз в неделю порвали, потом неделю будете восстанавливаться. Нет. Или вы делаете регулярно, но некачественно. Чуть-чуть стало больно. Ой. Нужно потерпеть. В меру, ну порой, продавить сквозь зубы. Поняли? Качественно. Все. И эти два слова, эти два звена в итоге идеально.